Петь я хочу такую вещицу. Я ее не пел никогда. Ты не пел никогда здесь. А не пел, наверное, еще лет 25 как. Мы тут были недавно на концерте у Димы Богданова в «Гнезде глухаря». И он спел там кусочек из мюзикла, который написал Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев, предложение. Ну, в разных местах он идет под разными названиями, там, «А что это ты во брате?» и прочее. Так вот, 30 лет назад мы, собирая по всем городам и весим, так сказать, магнитные записи, ну, не по городам и весим, а по городу Тольятти, магнитные записи с концертов Никитина, где он пел разные кусочки из этого мюзикла. Мы собирали, значит, все это по частям. Я даже вместе с кассетным магнитофоном сидел в кинотеатре на фильме «Прогулки на старом автомобиле», потому что там кусочки этого мюзикла тоже звучали. Там по сюжету его ставят, значит, ну, главный герой его ставит в театр. Вот. И мы вот так вот все это дело собрали и показывали такую сценическую версию свою, где я играл. Я был тогда худенький, 30 лет назад, без бороды. Вот, и я, естественно, играл помещика Ломова. Вот. И что-то мне вот захотелось после концерта Димы Богданова вспомнить кусочек из этой вещи. Слова там неправильные, потому что что мы смогли разобрать с магнитной ленты, то мы и разобрали. Поэтому я пою то, что я помню с тех давних времен. И я ее действительно не пел лет 25. Вся эта пьеса, кто знает Чехова, то есть помещик Ломов, молодой, почти, приезжает, значит, приезжает к помещику Чубукову, чтобы сделать предложение, попросить руки его дочери. Вот. И я, соответственно, попробую спеть за обоих, и за Ломова, и за Чубукова. Голубушка моя душа, ой. Вот, вроде вспоминал, и тут же забыл слова. Голубушка моя, зачем душа моя так чинна? Степан Степаныч я, Степан Степаныч я, договорите, договорите, чтоб у вас задело. К чему сей враг, голубушка моя, зачем душа моя так чинна? Ведь мы соседи как-никак, соседи как-никак, так в чем причина? Степан Степаныч я, Степан Степаныч я, приехал к вам просить, и денег просить, приехал к вам, еда, приехал к вам, еда, приехал к вам, один лишь вы, хоть я ничем не заслужил, помочь не можете, хоть я ничем не заслужил, но я приехал к вам, еда, приехал к вам домой, ну не размазывайте, ангел мой, что надо, говорите в раз. Сейчас, простите за то, что слова бестолковы, за дерзость простите меня, но право на Ломову, вы Чубуковы, родней, чем родная родня. Я чувствую сердцем, я знаю, наверное, ведь земли так чудно блести. Вот и приехал просить дерзновенно Настасьи Степанной руки. Повторите еще раз, ах, мусите, годунся, красивые эти слова. Я так рад, что ушам своим верить боюсь, и кругом пошла голова. Так я на согласие Настасьи Степанны рассчитывать все же могу. Голубушка, душенька, вы ей желанны, скорее за ней побегу. Убегает. Ломов остается один. Мне 35, пора.
в одиночестве печальные вечера, что хоть на стену провались. И вот я здесь, и вот я здесь. Я так волнуюсь, я мучительно дрожу. Но лишь войдет она, я сразу ей скажу, скажу ей сразу. Мне 35, пора. Поверьте, я уже не тот, что был вчера. Прошу вас забыть моей женою беду и радость делить со мною. Я без ответа не уйду домой. О, жалкий возрастной. Репетировать. Ну и поскольку у нас здесь много, да, ничего не видно, хоть в очках, хоть без. Что, а, да, раз уж сегодня не тепло. Алексей Фатьянов, «Соловей седой». Друзья, перелетные птицы, только бы наш одним не хорош. На земле не родится, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, не по наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки поддержки. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Нежный образ в мечтах ты голубишь, сердце хочешь, сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наше, родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Большое спасибо Сереже Нотику, который прекрасно, вот мы как чудесно хором попели, как давно этого не было. Спасибо, Сережа. Так, наш вечер продолжается, и у нас еще одна поэтическая минутка. Лена Костикова, выходим. У нас сегодня, к счастью, не так много оказалось поэтов, и это... Ну, к счастью, да, ну потому что... Хочется больше сегодня. Мне тоже сейчас несколько зрителей сказали, а мы думали, что мы будем все хором петь песни из кино. Но так вот как складывается. На счастье, возможно. Вот и читай на счастье. Годы проходят, торопится жизнь. К славам вершинам дорога бежит, а мне вспоминается звонкий отец. Ребята, что жили со мной по соседству, они-то уже позабыли давно, как бегали летом в деревне в кино. В дощатый барак с земляными полами, его называли мы киносараем. Ряды в землю врытых дощатых скамеек и синий билетик за 10 копеек. А песни какие в тех фильмах звучали? Мы их с упоением потом распевали. С той самой поры утекло много лет, и киносарая там уже нет. Его разобрали на доски давно, и крутят другое в прокате кино. Но память... Куда же нам от памяти деться? Опять вспоминаю я лето и детство,
Следы в землю врытых дощатых скамей и синий билетик за 10 копеек. А знаете, человек свойственно ему обращаться к детству. А все просто. Просто в детстве мы очень счастливы. В надежных, любящих руках наших близких нам спокойно, нам уютно, нам комфортно. И в те времена вот этого безоблачного счастья мы возвращаемся, когда нам хорошо и когда нам трудно. Если тяжелый груз давит на плечи, если поднять настроение нечем, жизнь прокручу я, как киноленту, и упорхну в безмятежное лето. Там, где березы, склоняясь над калиткой, ловит в ладони луч солнечной брызги. Он непоседа легко ускользая, весело скачет по крыше сарая. Там мое детство, как горная речка, вдаль устремилась легко и беспечно, оставив на память вкус спелой малины. Туда я вернуться опять не примену, и снова, как будто в кино, я увижу старый наш дом с черепичной крышей. И ноша тяжелая станет чуть легче, и вовсе не грустным покажется вечер. Но бывают вечера, когда не хочется ни думать, ни вспоминать, а вот просто вот такой свободный вечер. Не часто свободный случается вечер, но если уж выпадет, вдруг иногда, включаю тогда телевизор доверчиво, сажусь поудобнее. Да что за беда, сплошные проблемы по каждой программе. Погоня, стрельба, и ручьем льется кровь, скандалы, и склоки, семейные драмы, и сказочки розовые про любовь. Я, может быть, дама капризная слишком, только из множества разных программ не выбрать одну, чтоб без грязных делишек или же чьих-то надуманных драм. Кому-то они по душе эти кадры, о вкусах не спорят и не говорят. Но я проведу этот вечер у бардов, их песни глотать буду, как антияд. Молодец. Браво, спасибо Лене Костиковой, которая всегда готовится специально к нашим вечерам. И это прям вот чудесное. И, вот понимаете, да, человек специально готовится. Вот давайте еще раз поаплодируем. И я приглашу на сцену начальника транспортного цеха нашего. Да, у нас тут есть прекрасный Сергей Филиппов. Меня подсекли уже двумя заказами, поэтому я спою одну песню, которую сам хотел спеть. Ну и делаю, конечно, два заказа. А что делать? То, что я хотел сам спеть сначала, а потом сделаю заказ. Нет, я не плачу. Что наша жизнь игра, и кто-то был виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же не извиняться, не предлагает я не в силах отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей. Велик мой
по краю. Смотрите, ангелы, смотрите, я играю. Разбор грехов моих оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. И согласитесь, какая прелесть. Наверное, в яблочко попасть почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. Пусть бесится ветер жестокий. Тоже все непросто, и очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Но я не плачу и не рыдаю, а я не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Бесится ветер жестокий, тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокой на фоне стальных кораблей. Я обычно говорю, ну, те, кто знает слово, может подпевать вслух, а кто не знает, про себя. Ну, понятно, что это был Остап Бендер, а сейчас «Дом, в котором я живу», фильм старый, и попросили меня спеть эту песню «Тишина за Рогожской заставой». Поем все вместе. Тишина за Рогожской заставою, спят деревья у сонной реки. Лишь заставы идут за составами, на кого-то скликают гудки. Отчего я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю двери. Ты сама догадайся по голосу себе струнной гитары моей. Тот, кто любит, нигде не заблудится, так и я, ну куда не пойду. Все равно переулки и улицы к дому милой меня приведут. Подскажи, расскажи утро раннее, где с подругой мы счастье найдем. Может, здесь, вот на этой окраине, или в доме, в котором живем. Свидание и про первый раз.
сердце не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу себе струнной гитары моей. Хорошую акцию с Олегом, да, Олег Девичем попросил спеть Александр Лепехин. Это, в принципе, на самом деле вообще целое кино, то есть не то, что клип, а там вообще маленькая песня, целая трагедия заложена, да. «Деревенская метель» или «Княжна» Александр Лепехин. Сейчас выступал Сергей Филиппов. Давайте его поблагодарим еще раз за прекрасное выступление и чудесные песни, которые он нам сегодня подарил. А сейчас я хочу пригласить на сцену Андрея Виноградова. Встречаем.
два декрета, один. Добрый вечер. Я песню вышла из фильма, взятого по Высоцкого. Мне нравится песня из первого фильма «Ветер надежды». Одну из них спою. Песня, кстати, которая была опубликована еще при жизни, текст, музыка в журнале «Советский граф». Ну, многие исполняют, спою, попробую я. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, наверх, наверх. Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один со мной. Кто не доплыл и волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог одна моя. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Он тайну чьих-нибудь имен на дне хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. И себя заверю в чистоту глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, что здесь сомнения я смог в себе убить. Но день шептала мне вода, удач всегда один. Такой был день тогда, ах да, среда. Океан со всех сторон штормит, штормит. Мой океан со всех сторон штормит, штормит. Вторая песня тоже будет моя песня. Правда, она написана от лица женского. Я написал ее для Алены. Ее тоже, у нее фамилия тоже Винограду, она здесь. Вот. У нее такое есть хобби сниматься в кино, в массовках, в групповках. И вот по этому поводу я подарил ей песню. Но решили так, что спою я как автор этой песни, хоть она от женского лица. И, собственно, песня это не самая, потому что... Я написала факты, которые происходили с ней именно там, на съемках. Песня так, ну, так и называется «Актриса» и «Актриса Масов». Я актриса Масовки. Сорок дублей в толпе пробежалось, что в этом плохого? Измозоливши пятку на правой стопе перед камерой Михалкова. Утомленное солнце куда веселей, чем кричать свободы и хлеба, устремляя себя под копыта коней. По задумке Панфилова Глеба, по задумке Панфилова Глеба. Каскадеры тогда
пожалели меня, аккуратно промчались лошадские. Но я снова хочу, никого не броня, умирать на киноплощадке. В галантичном сюжете пляшу у костра, выбирая наряд подобротней. То на лютом морозе водой из ведра обливают меня в подворотни. Обливают меня в подворотни. То в подарочной погоне известный актер с ног сбивал, предо мной извиняясь после каждого дубля. А я до сих пор души на спине не терзаюсь. Я актриса массовки, мне все нипочем. Я готов работать бесплатно для друзей, для того, кто встал мне плечом, и для тех, что ушли безвозвратно, и для тех, что ушли безвозвратно. Это был Андрей Виноградов, а сейчас на сцену выходит Татьяна Трещева. Давайте поаплодируем. Дорогие друзья, сегодня, следуя теме нашего вечера, хочу исполнить песню из кинофильма «И это все о нем» Сережка Ольховая. Я тоже долго думала, какую песню петь, но эта песня для меня дорога тем, что она была первой в моей певческой карьере. Вот. Если кто знает слова, то подпевайте. Уронит ли ветер ладоши сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь, и как нанятой жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая, легкая, будто буховая, дунешь ее, все кажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменяться немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, а сдунешь ее, все окажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости и пойми, если даже разлюбит любимый твой, сережка ольховая с ладони его отпусти. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая, а сдунешь ее, все окажется в мире не так. Видимо, жизнь не такая уж вещь.
я, когда мы ничто не похожи на просто пустяк. Большое спасибо Татьяне Трещевой. А сейчас у нас снова будет минутка поэзии. И я хочу пригласить на сцену Ирину Канарееву. Она не часто у нас бывает, но каждый раз, когда она приходит к нам, это просто радостное событие для всех нас. Спасибо. Ты положила, потому что выступать с гитарой после таких выступлений это, ребята, суицид. Поэтому я прочитаю просто стихотворение одно по поводу Пасхи. Называется, давно написала, но оно так трогает душу. «Дорога к храму». Заклубился туман и повис над дорогой. Он малиновым облаком стал на пути. И крестилась старуха, молилась Богу, все тропиночку к церкви пыталась найти. А туман, как нарочно, плотней становился и обнял деревеньку огромным плащом, словно сам сатана в этот вечер бесился. Ноги бедной старухи налились свинцом. И старуха упала на больные колени, услыхала родной колоколенки звон. Собирался народ на молитву, и тени, не касаясь ее, шли с обеих сторон. Лучик света пробился сквозь морок тумана, встать с колен ей помог, освещая стезю. И старуха, увидев сияние храма, заскорузлой ладонью смахнула слезу. Спасибо. Ну, она, и еще одно просто на прощание, веселенькое. Давно не читала свою кукушку. Кто слышал, кто знает, кто не слышал, послушайте. Кукушка, подставная кукушка, короче, левая кукушка. Это о нас, о всех. Ну, в общем, короче, о пожилых людях, которые хотят скинуть на обочину, а мы упираемся и хотим с улыбкой уходить, а не от маразма. Я в лесу услышала кукушку. Куковала птица столько раз. Рядом я заметила старушку. Та с кукушки не сводила глаз. И от счастья странно улыбалась. Головой кивала ей в ответ. Пальцы загибала, загибала. А потом упала и привет. Спасибо. Спасибо, Ирочка. Вот какие сюжеты. Ну, вот представляете, сюжет. Это же реальный сюжет для кино. Так что мы, на самом деле, теме сегодня полностью соответствуем. Я приглашаю на сцену прекрасный дуэт Елену и Александра Тихонова. Пока они выходят, да, я просто добавлю, да, сегодня были зрители, которые сказали, а мы думали, что будут петь песни из кино. Песни из кино весь вечер звучат. Подождите. Вот они все фильмы сняты. Вот, не все фильмы еще сняты. Некоторые думали, другое кино, да? Нет, они думали другое. Но на самом деле, да, то есть получается, что вот этот концерт надо так вот куда-нибудь в институт этого кинематографии передать, товарищи. Мы тут подготовили для вас музыку и тему. А может, и возьмете? Здравствуйте. Сейчас. Ку-ку.
вечер. Добрый вечер. Замечательно, что мы все здесь собрались. Это так здорово после всех этих ужасов пандемии. Ну, музыкальная среда не сдавалась, все равно собиралась раз в месяц. Молодцы. Это рады всех видеть в Израиле. Песни из фильма. Песни из фильма «Путь к причалу». Слова Геннадия Шпарикова, музыка Рам Замон. Ну, это не важно. На меня надвигается по реке Бекрёв. На реке... Можно, я немножко... На меня надвигается по реке Бекрёв. Навигация, на реке ледоход. Пароход белый-беленький, длинно-красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пароход белый-беленький, длинно-красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером, хорошо, как в лесу. И бумажка наклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал. Ты палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали о причал. На меня надвигается по реке ветерок. На реке навигация, на реке ледоход. Пароход белый-беленький, дымно-красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пароход белый-беленький, дымно-красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Целовались с тобой. Целовались с тобой. Целовались с тобой. Еще одна песня, это замечательная песня из кинофильма «Ах, подыбили, подыби», «Ах, этот ветер». Музыка Маевского, в этом случае я помню имя композитора, а имя сам. Слова на Рубин. А? Слова на Рубин, спасибо. Город как город, и люди как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный блин. И горе страдает, и снова поет Лоэн Грин. Ах, этот вечер лукавый бал. Погаснут свечи, уйдет любовь, но этот вечер вернется вновь. Опять корабли привозят рабов и вино. Кто говорит, что дремлет на дне океана давно? Далекой и гордой любви, что схоже с планетой еще не открытой любви. Ах, этот вечер лукавый ман,
вечер вернется вновь. Везем ты в мире пройти, не оставив следа. Но вечер волшебник, запомни всех нас навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле. Когда нас не будет, нас будут играть на земле. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый храм. Погаснут свечи, уйдет любовь. Но этот вечер вернется вновь. Спасибо. Браво, Елене Александру Тихоновым. Спасибо большое за чудесные песни. А на сцену выходит Александр Ефременков. Выходит. А можно стульчик? Да. Конечно, можно. Я бы хотел первую песню спеть. У меня нет на кинофильмы, но я бы хотел спеть песню такую весеннюю, как все-таки весна, на стихотворение Александра Блока. Я спросил старика у стены.
меня. Саша, мы с тобой договорились на одну песенку, поэтому давайте, пожалуйста, дальше меняться. Люда, да, на сцену выходит Людмила Брагина. Я думаю, мы завершим все равно чем-то веселым по этой месте, поэтому это такая лирическая грусть. Ну, апрель — это месяц космонавтики, и была написана песня «Нежность» Александры Пахутовой и Сергей Гребенников, музыка. Гребенников и Добронравов, простите, Господи. Из кинофильма «Притоплено пищей». И Евгений Птичкин. Мы нежность, мы нежность, мы
вечная нежность друг друга. Мы нежность, нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью прощального круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Еще продолжается. Максим Кирчев. Вадик, не поднимай, он тоже сидя. Встречаем Максима Кирчева. Спасибо большое. Это действительно
важно помнить, и поэтому мы еще раз напоминаем, друзья, что 9 мая состоится традиционная встреча на стрелке Васильевского острова, но, к сожалению, где конкретно территориально на стрелке нас искать, я вам не скажу. Поэтому приходите 8:30 и будем петь. А на самой стрелке. Понятно? Вот прямо на самой стрелке, прямо у него. И одевайтесь теплее, потому что будет еще с ветром и со всеми делами. И не забывайте, что 8, 9 и 10 мая у нас 3 онлайн-концерта. Все начинаются в 15 часов. 8 выступает Вадим Елисеев, 9 Ольга Зеленская, 10 Светлана Ветрова. С кем-то еще, не знаю пока, не сказала. Вот, так что 3 онлайна. Нет, 3 онлайна, 8, 9, 10 включайте, и где вам удобно, и пойте вместе с нами. Вадик, ветрозащита твоя? Нет. Меня тоже. О, рыженькая, солнечная. Ну что, надо в завершении сегодняшнего замечательного вечера спеть песню, чтобы она была, во-первых, веселая, во-вторых, с кино. Поэтому сейчас будет песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», композитор Александр Зацепин, стихи Леонида Дербенева. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, всплыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось. И не жди ответа, без тебя как жилось мне на свете. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била, лишь бы все это все не напрасно было. Танцуют все. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно вы. Вот и подошел к концу наш вечер, и сейчас время нашего розыгрыша, нашей лотереи. И сейчас, да, это тот момент, которого все так долго ждали. И сейчас он наконец состоится. Сейчас Настя подойдет сюда с мешком подарков. Мешок у нас сегодня большой, красивый. И сейчас мы все достаем свои билетики и приготовимся к проверке.
Сейчас пойдет контролер. Какой? А зачем? А смысл? Итак, да, я поставлю гитару сейчас, чтобы... Нет, тут самое главное, доставайте свои цифры, смотрите, ведь он будет делать достаточно быстро, потому что, да, как вы видите, у нас... Включите второй микрофон, пожалуйста. Сегодня так. Да, я сегодня буду попугайчиком-зайчиком. Ну, давай уже. А номеров у нас там много. И первый из них номер 56. Срочно ищем все, у кого номер 56. И дальше. Не нашелся тогда номер 6. Есть в зале номер 6? Это будущие авиаторы. Я полагаю, с 1 по 36. А правда с 1 по 36? Они подряд были, да? Да. Да. С 1 по 36 это входит. А тогда номер 50 есть? Вот, отлично, вот и наш первый призер. Получает замечательную термокружку. И с ней можно ездить на фестивале и держать не что-то горячее и вкусное. Так, с 1 по 36 точно. Например, глинтвейн. Да, например, глинтвейн. Товарищ правильно подсказывает. 48. 48. Кто у нас будет самым большим художником? Потому что это набор акварельных красок. Поздравляем. Ждем картин, ждем картин. Да, теперь ждем картин, ждем всех наших портретов в полный рост. А если кто-то загрустил, то мы сейчас разыграем еще один комплект. А еще один комплект «Раскрась мир сам». Номер 45. Где номер 45? Нету. Или есть? Нет, нету. Тишина. Так, ищем дальше, ищем дальше. Так, это номер 57. О, номер 57 нашел. Вот еще. Еще будет художник, мы знаем. Вот прекрасно. Саша, ты давно не рисовал. Я сегодня занят, я художник. Я рисую город в непогоду. Номер 63 у нас получает курочку. Курочка ряба с яичком даже. Она прям к празднику. Это, смотрите, да, это прям, символ, прям символ домашнего уюта, изобилия и всего хорошего. Так. Тут смотри, подарки растут сегодня. Номер, прямо у нас Дед Мороз хорошо. Номер 46. Это набор салфеток или полотенец? Видимо, полотенец. Вот. Это набор полотенец или салфеток для кофе. Тут про кофе что-то написано. Это, наверное, посвящается нашему отмененному чаепитию, который нам запретили проводить в зале. Тебя кругом символизм. Теперь нас можно это... снимаем кино. Мы должны снять кино с этими полотенцами. А кино, понимаешь, с полотенцами будет обязательно. Да. Да. Цифр. Все мы немножко Спилберги. Это 55. Ой, неужели? Ух ты, смотри-ка. Вот, учитель, вот, вот. Уже не зря пришел. Ой, рушники. И сразу отдай завучу. Вот еще одна училка не сидит. Все поняли, да? Что-то еще маленькое. А зато у тебя номера маленькие, а у меня призы растут. А призы-то большие. Френч приз номер 58. Есть в зале номер 58? Не дожил до окончания. Тогда номер 69. И давай они будут все живы. Номер 69. Я. Вот. Прекрасно. Ты, понимаешь, вот ты сказал заучу, ты сама небось заучу не понесешь. Я с вами. И тишина, и тишина, и тишина, все заняты. Так. Слушайте, на самом деле суперприз остался. Ух ты, это что такое красивое? Ты точно хочешь знать? Приз в студию. Мы открываем эту коробку. Черный ящик. Ух ты, какая красота. Это замечательно. Да, у нас что-то чайное все такое, последние призы. Так, и у нас номер 44. Вот, смотрите-ка. А это моя Кузьмала, вы будете пить прекрасный чай в прекрасной чашечке. Так, ну что, у нас все закончилось? Да, за нами уже заглядывают, а мы... Да, прекрасно, наш розыгрыш на сегодня завершился. Вместе с ним и завершился наш вечер в клубе «Музыкальная среда». Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел попеть, послушать, почитать стихи, поучаствовать вместе с нами. И огромное спасибо тем, кто сегодня помогал делать этот вечер. Это наша ведущая Анастасия Евграфова. Давайте ей поаплодируем.
Это наш звукорежиссер Ольга Зеленская, которая делала сегодня прекрасный звук для всех наших артистов. Это прекрасный Вадим Елисеев. Подожди секунду. Это Сергей Филиппов, который нас сюда привез. Надеюсь, отсюда увезет. Вот, а потом, поэтому, да его нужно, про него нужно под финал говорить, чтобы точно не сбежал. Да. Подарите ему сумку. Сумку, да. Так. А также мы благодарим всех зрителей, которые смотрят нас ВКонтакте, в Ютубе, на сайте. Будьте с нами, у нас много концертов и онлайн. Не забывайте, что «Живая струна» не в воскресенье, а в субботу, 15 числа, в 17 часов, там же на Думской. Всем спасибо. Все свободны, как говорят режиссеры. Мы прям...